Добрий вечір, в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Зустрічаємося на початку жовтня. Зовсім скоро вже офіційно стартує опалювальний сезон в Україні, в Одещині. Говоримо про готовність Одеського регіону до опалювального сезону з Антоном Шелегайло, директор департаменту житлово-комунального господарства і енергоефективності обладміністрації. Вітаю, пане Антоне. Отже, добрий день. Перше питання. Одеська область найбільша в країні. Чи готова вже... Ну, не вже, ми бачимо ще там плюс 20 добре за вікном у нас, але все ж таки осінь, як і зима, вони приходять раптово, потрібно щось вже включати, запускати потужності наповну. Одеський регіон як включається в цей режим? Ми вже активно в цьому режимі знаходимося з весни, прямо після окончання предыдущего отопительного сезону ми почали одразу готуватися к очередному. Скажем, если разделить этот процесс подготовки на две части, техническую сторону, да, и организационную, то технически мы уже подготовлены к началу отопительного сезона. Организационно остаются некоторые мероприятия, связанные с получением газовых номинаций некоторых предприятий. В целом область подготовлена к зиме, и во всех городах области, где есть централизованная система отопления, вовремя начнется своевременно отопление, появится в квартирах наших жителей. Мы все ж таки спілкуємося с вами в Одессе, а для одесита питання власного міста, власної оселі найперше. Це питання в якості робіт Одеської ТЕЦ, це питання Шкодової гори. Ви знаєте, що у нас такі були спалахи і протестні настрої були. Як в 2019-му, стосовно жовтня, як ситуація там і настрої? Ну, вопрос со Шкодовой горой решен был еще в прошлом отопительном сезоне. Если вы помните, проблема заключалась в том, что котельная, которая отапливала ряд домов микрорайона, находилась на территории завода НПЗ. В этом была некоторая трудность в доступе к эксплуатации ее. Тогда было принято решение городской властью, я думаю, правильное решение, которое себя уже полностью оправдало. Отсоединиться от системы отопления, завязанной к этой котельне, и построить автономные модульные газовые котельни, что и было сделано. Прошлый отопительный сезон уже микрорайон Шкодовая гора отапливался из, скажем, новых котельн, которые были беспроблемны и полностью себя оправдывают. Что касается Одесской ТЭЦ, ну, вопрос ежегодный, вопрос получения очередной порции газа, мы так называем номинаций, для начала и прохождения отопительного сезона. Сложность его заключается в том, что НАК «Нафтогаз Украины», конечно же, хочет компенсировать те долги, которые накопились Одесской ТЭЦ в процессе предыдущих годов там, отопительных сезонов. Вопрос по выделению необходимых сумм, он рассматривается, и я не сомневаюсь, что, как и в прошлых годах, с помощью усилий городской власти, с помощью наших таких совместных действий, Одесская ТЭС получит номинации, и та часть центральная, скажем так, города будет своевременно получить тепло. Ще одне таке місто, яке завжди в таких лентах новин, і телевізійники, і мої колеги завжди виїжджають туди. Ну, по-перше, це недалеко, а по-друге, на жаль, завжди був той чи інший привід. Це місто Теплодар. Начебто і потужності там є, але ми розуміємо, що потужності були побудовані для зовсім іншого об'єкту. І тепер ось ця там труба там 6-7 кілометрів товщиною, ці витрати тепла. Воно там постачає тепло до міста Теплодар, але з якими втратами? І це, я так розумію, завжди така головна біль і для чиновників, і для обладміністрації взагалом. Да, ви совершенно праві, це проблема міста з таким теплим названням, мати таку проблему, яка не вирішується вже десятиліття. Тем не менее, мы знаем, что были какие-то попытки у городской власти решить этот вопрос путем строительства альтернативных котелен, там, привлечения инвестора и так далее. Но по результату мы уже с вами знаем и видим, что это все не сдвинулось с мертвой точки. Поэтому город Теплодар будет отапливаться в этот отопительный сезон своей ТЭЦ. Уверен, получит своевременно номинации и уже по наступлению, скажем так, холодов и принятию решения местной властью о начале отопительного сезона будет у них тепло. Тем временем
Мы тоже не сидим сложа руки, мы рассматриваем сейчас две концепции перспективного развития города Теплодара и окрестностей. Первая заключается в том, что город Теплодар у нас не газифицирован. Ближайшая точка, которая газифицирована, это их ТЭЦ. Поэтому есть уже проект строительства магистрального газопровода, который дал бы толчок для газификации города в целом. Это позволит дальше развиваться и экономике города, и, возможно, если городские власти примут такое решение по оптимизированной схеме теплоснабжения своего города, уже даст возможность строить какие-то модульные газовые котельни, которые позволят уйти от этой неэффективной, скажем так, 7-6-километровой трубы. Второй вариант, который рассматривается и отрабатывается нашими специалистами, мы просчитываем вариант перевода жилых домов многоквартирных города Теплодара на электроотопление. Как альтернативный вариант, мы посмотрим экономику, может быть, в межотопительном сезоне выберем 1-2 дома в качестве пилотных проектов, протестируем одну из систем или одно из предложений, ну и посмотрим, насколько это будет выгодно или невыгодно для города. Під час нашої розмови часто лунає слово «альтернатива». Я до чого вас веду, до якого напрямку. Ми бачимо, що взагалі Одещина, вона різна, де є газ, там є газ, люди якось справляються, але є райони так, зовсім не газифіковані, там Саврань, Кілія, це де тільки я там був і бачив, як живуть там школи, больниці, як вони почуваються, ці об'єкти. Є вугілля, так? Є якісь, є запровадження там твердотопливних котлів. Це виправдовує взагалі себе, якщо нема там голубого палива, блакитного палива, вибачте, у того чи іншого району. Вугілля, там, дрова, воно дешевше, якщо простою мовою запутувати, ефективніше для бюджету? Ви правильно поставили вопрос, тому що всього лиш 45 приблизительно процентів території області газифіцировано. І багато районів у нас не мають газу, і історично, і з практики вони отоплюють здання, сооруження путем або деревом, да, или там углем. Есть у нас, вы знаете, альтернативные еще такие котельни, которые можно топить и пеллетами, брикетами, соломой. Для сметям. Чем угодно, все, что горит с высокой теплоотдачей, все подходит. Есть у нас прогресс в этом вопросе, у нас ежегодно, скажем так, процент таких альтернативных котелен, он растет, но это котельни, они по своим, скажем так, мощности, они небольшие, предназначены для отопления одного-два там здания. В общей массе всех котельных, если взять общую мощность тепловых котельных по области, то это, конечно, такой небольшой процент, который не играет какой-то там решающей роли в переводе области на альтернативное отопление. Но, тем не менее, помогает тем районам, городам, которые не имеют, по сути, других каких-то источников. Але все ж таки, якщо ми говоримо про саме такий ефект для бюджету, ось я, наприклад, спілкувався там рік тому з паном Павлом Бойченком, міським головою там ОТГ Кілія, так, це можливо десь вигідніше, але ну не зовсім зручніше, і потрібно обирати зручність там вугілля, це такі завжди таке копоть, дим або якісь там заощадження. Ціна на вугілля зараз, вона якось сприяє для цих заощаджень, що можна десь там зекономити, там заощадити? Ну, смотрите, ціна на уголь, вона менше, ніж ціна на газ, це раз. Ціна на якісь альтернативні брикети, пелети, вона менше, ніж ціна на уголь, це два. Но є тенденція, яких, ну, мабуть, хто догадується, хто знає, з подорожанням, увеличенням стоїмості газу, як-то ринок підтягується і всіх інших альтернативних рынок топлива, да, в том числе и брикет. Конечно, оправдывают. Конечно, брикетами, пеллетами или там соломой отапливать и получать гигакалорию получается, ну, если не в два, то практически ближе к двум раза дешевле. Поэтому экономический эффект есть. По поводу зручности, ну, здесь все зависит от способа подачи топлива в котел сам, да, для горения. Есть автоматизированная система, которую там минимальное, скажем так, участие человека или оператора требуется. А есть, ну, такие, как, скажем, вручным способом нужно постоянно добавлять это топливо.
Коли ми говоримо про опалення в зимовий період, особливо і шкіл, соціальних об'єктів, лікарень, один з перших таких планів – це питання енергоефективності. Якщо ми використовуємо той чи інший вид палива, то ми повинні розуміти, що ми опалюємо саме цю оселю, саме там палату, саме медичний якийсь корпус, саме кабінет. Кілька років тому ми знаємо, що там з півночі Одещини, Савранів теж почалася така культура енергоефективності. Загалом Одещина розуміє, що тепло – це таке, ну, особливий вид такого, такого багатства, який потрібно там дрожити, не повітря опалювати вуличне зимою. Конечно, понимает, и вы правильно вспомнили Савранский пример энергосервисного сотрудничества, где бюджетный заклад, бюджетное, скажем так, учреждение было, ну, скажем так, оснащено энергоэффективными мероприятиями за счет инвесторов. Мы, как область, не то что стали в этом направлении первые, мы и продолжаем держать лидирующие позиции, мы входим в двойку лидеров по Украине. Сейчас у нас уже спустя 3 года 55 таких ЭСКО-договоров, и с каждым годом приходит, ну, скажем так, понимание у собственников учреждений, это может быть не только какие-то бюджетные учреждения, да, но и частные и так далее, что это как один из вариантов, где участие бюджета либо своих денег, оно будет минимальным, зато будет через какое-то время достигнут тот эффект, которому, в принципе, ради чего это все и начиналось. Еще одно такое питание, оно не сколько философски, сколько болюче, это питание боргов. Мы начинали говорить про ТЭЦ, но все же таки борги, они что в Одессе, там, что в Любашівці, что в Рені, они є борги. Взагалі, платежеспроможність нашего населения, она останнім часом, ну, як взагалі, якось на одному рівні, чи не загоняють за цінами, на жаль? Скажем так, уровень расчетов держится на том же традиционном уровне. Я хочу сказать, что это не только проблема там, города Одессы или области, так. Это проблема страны и сферы в целом, потому что долги, которые возникают у предприятий коммунальных, да, перед поставщиками, в первую очередь газ, электроэнергия, они же тоже просто так не формируются. О чем это говорит? О том, что есть определенная доля долгов государства перед нашими коммунальными предприятиями. Я говорю о разнице в тарифе, которая там с каких-то времен уже у нас по области, если взять задолженность всех предприятий области, составляет 1,5 миллиарда. То есть есть вопрос, где в случае компенсации государством этой разницы в тарифах произойдет позитивный расчет с другими должниками, будут оплачены, скажем так, долги по газу перед НАК «Нафтогаз Украины». То есть оно где-то выходит на тот же уровень. Тем не менее, мы понимаем, что, ну, с каждым годом наши сети, наше техническое состояние, оно не молодеет, скажем так. И те мероприятия, несмотря на то, что они уже на протяжении последних лет наращивают свои обороты, происходит модернизация сетей, замены и так далее, котлов. То есть мы меняем, и предприятия вкладывают с участием бюджетов местных определенные суммы денег. Но, к сожалению, тенденция такая, что мы не успеваем. Мы не успеваем за темпами старения этих основных средств. Что нам нужно? Нам нужно, конечно же, кардинальный подход, вливание через программы, в том числе государственные, полной поддержки местных бюджетов в такую масштабную модернизацию нашего хозяйства. Это единственное. Якщо ви вже затронули тему тепломереж, ми знаємо, що це і для Одеси було болюче питання, але і для регіону також. А це багатомільйонні, якщо якби не сказати, багатомільярдні інвестиції, взагалом не тільки держава, не тільки там місцеві бюджети. Є ймовірність, що, можливо, якісь там іноземні інвестиції прийдуть на ринок теплопостачання в Одещині і Україні взагалом? І цікаво взагалі такі від співробітництва нашим іноземним партнерам? Поки не цікаво інвестору приходити, скажем так, на этот рынок, ни в Одесской области, ни в городе Одессе, пока у нас с государства не выстроит четкую игру по справедливым правилам, где не будет вот таких примеров компенсации разницы в тарифах, где уже государство там с 2008 года задолжало предприятиям, которым, ну, скажем,
дали задачу не устанавливать стоимость услуг на экономически обоснованном уровне. Ведь сущность этой разницы в тарифах, да, это та компенсация, которую тот убыток, который недополучает предприятие. Они должны были компенсироваться с государственного бюджета и не были компенсированы. Вот пока не будет таких четких правил игры, я думаю, инвестору ни под какие гарантии пока не интересно работать на рынке, может быть, даже муниципальном или каком-то там областном уровне. Тем не менее, вопрос инвесторов в качестве ЭСКО-сотрудничества, там, где есть локальные какие-то такие объекты, это интересно, это, конечно, да. Вы профессионал в сфере энергопостачання, теплопостачання, багато років працюєте. Таке питання, можливо, не досить зручне, але все ж таки поміркуємо. Ми пережили кілька передвиборчих кампаній. Різні кандидати, різні політики першою чергою пообіцяли, що коли оберіть мене, і я передивлюсь всі тарифи на тепло, на газ, на повітрі навіть. Взагалі, ви як коли професіонал чує ці обіцянки, що ви відчуваєте взагалі? Ось так по одному взмах руки і все, тарифи поміняні. Смотрите, я як професіонал, тим більше государственный служащий, можу діяти по закону. Закон говорить таким образом, що предприятие встановлює стоимость тарифа, орган местного самоуправления встановлює предприятию стоимость тарифа такую, которая покрывает все его затраты. В случае, если размер этого тарифа будет установлен не в полном объеме, то тот орган местного самоуправления, который устанавливает неэкономически обоснованный тариф, вот эту разницу обязуется оплачивать из местного бюджета, то есть компенсировать предприятию за население, будем так говорить. Так говорит закон, и это механизм рабочий, другого не придумано еще законодательством, поэтому решение органа местного самоуправления, там, нового мэра или там, исполняющего комитета, или там, сессии Рады и так далее, оно должно основываться на законе. Если будет приниматься соответствующее решение устанавливать не на 100% окупаемом уровне тариф, тогда должно приниматься следующее решение о выделении какой-то части финансирования в качестве поддержки предприятия, которое 100% несет этот убыток на производство этой услуги. Тобто це така складна насправді процедура, і якщо там забажає там, якийсь там політик, це взагалі від нього мало що залежить. Тобто є такий механізм, алгоритм покроковий, який потрібно виконувати, якщо хтось хоче там переглянути тарифи. Пане Антоне, я дякую вам. Ми звірили так годинники напередодні опалювального сезону. Обов'язково будемо зустрічатися ще. Я так пропоную десь в листопаді подивитися, як взагалі регіон переживає, тому що взагалі є там і якісь стихійні лиха, на жаль, вони не завжди обходять Одещину останнім часом стороною, щось там може бути. Дякую вам, вашим колегам, і вам успіхів в роботі, успішного опалювального сезону нам всім. Спасибо. Дякую, залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.